Молодой респектабельный мэн, такой самец Тестостеронович, знакомится с очаровательнейшей красоткой. В интернете зовет ее на свидание, приглашает в оперу. Потом они решают продолжить свидание у него в роскошном особняке. Приезжают, там атмосфера, шкуры, камин, дорогое вино. Свидание идет к своей логической развязке, никто не против. Он начинает ей делать фантастический массаж ступней. И тут резко прерывается и говорит: «Милая, давай не будем торопиться, поедем смотреть зимний лес». Сю накидывает на нее шубу, они едут, снег красиво блестит, мороз -31. Приезжают, останавливаются, он ставит ее на пустырь, достает из багажника двустволку и наводит на нее. И говорит: «Сейчас раздеваешься и лепишь снеговика». Та в шоке, молча раздевается, скидывает шубу, там под шубой только нижнее белье после свидания. Лепит снеговика, полчаса, снеговик получается отменный, симпатичный, пуговки, носик. Он говорит: «Ну все, поехали». Забирает ее, снова едут в дом, там снова атмосфера, камин, свечи. Ну и, естественно, случается все, что должно случиться. Там молчит, и первое, что она спрашивает у него после секса: «Слушай, это что вообще было?» А тут ей отвечает незатейливо: «Ну, как ты понимаешь, я уже в сексе не очень, а вот снеговика ты запомнишь на всю жизнь». А я думал, она приехала, покакала, и потом все понеслось, ну ладно. Ну, не было ни у кого такого, девчонки? Баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан.